Привет, ребят! Сегодня утро, и оно хорошее, веселое, радостное. У меня очень-очень яркое солнце светит, и я хочу сегодня нарисовать много-много животных. Так и назову. Животные за жизнь. Рисую. Та-да-да-да-дам. Будет много животных, прям такие. Начинаем. У меня есть кисточка. Она вот такая, среднего размера. Я ее помну вот так вот. Она у меня чистая, хорошая кисточка. У меня есть вода. Для этого мне нужны краски, гуашь. Я взял гуашь и на обычных листах бумаги рисую кошку. Сегодня рисуем кошку. Моя кошка синяя, смотри. Сначала я возьму желтый цвет. Желтый цвет. Вот так вот его помешаю, потому что моя гуашь немножко засохла, пока я ей не пользовался. Но я ее размочу, и она будет готова к тому, чтобы я нарисовал глаза своей кошечки. Кошечка будет синяя, а глаза будут желтенькие. Вот здесь я нарисую глазки, смотри. Вот здесь я рисую два таких ромбика. Хоп-хоп-хоп, два ромбика. Веселые животные сегодня будут. И я всех ребят зову рисовать, потому что, вероятно, кто-то уже не пошел в школу и немножко, может быть, нагоняют настроение тяжелое всякие родители. Но мне кажется, если уж ты не пошел в школу, то можешь порисовать чего-нибудь, и это поднимет тебе настроение. А хорошее настроение – это всегда... Хорошо, и хорошее настроение позволяет тебе побеждать все невзгоды. А сейчас мы рисуем кошечку. Я рисую ей мордашку. Это голова моей кошечки. Вот так вот она. Раз, раз. Это кошечка. Похоже? Немножечко, ты скажешь, потому что не хватает ушек. И нарисуем ушки треугольные. А теперь раскрасим кошечку. Будем осторожны. Закрасим ей всю мордашку, кроме наших глаз. Глаз красить не будем. Глаза вот так вот их красим. И она вся синяя. Почему синяя? Ну, не знаю. Начну с синяя. Мне голубой, даже голубая больше. Мне голубой цвет всегда нравится. И не так часто я рисую голубых кошек. Так что всем машу с удовольствием. Приглашаю рисовать. Животные за жизнь. Сегодня начинается марафон. И он продлится до того, пока я не устану. А теперь я рисую... тело кошки, оно вот такое, она такая, раз, вот такая колбасятина, это тело кошки, вот она лежит, она сидит, кошка сидит, у нее одна лапка вот так идет сюда, и такая, раз, а вторая лапка идет сюда и сюда, я ее рисую сюда, вот она так держит, что, я тебе покажу, что она держит, вот такая лапка. Также рисуем задние лапки, большие вот эти вот ножки, и вот тут рисуем, их не видно, но они есть, и также они сложены сюда, и там вторая. Получается такая куча, а здесь рисуем хвост. Хвост. Надеюсь, у тебя влезет хвост. У меня он влез, такой толстенький хвостик. Отличная кошка, но она не готова. Не хватает черненького цвета и тоненькой кисточки. Но для начала я возьму не черную кисточку, а возьму красный цвет. Так, сейчас найду красный, помочу в него. Немножко совсем красного нужно, или розового, какого-то очень-очень яркого цвета. Вот он у меня есть, красный. И я начинаю рисовать птичку. Моя кошечка держит птичку. Вот так я нарисовал овальчик и хвостик. Этого достаточно. А здесь можно еще одну птичку нарисовать. Да, будет много птичек, будет много радости и хорошего настроения. Хорошее настроение позволяет быть здоровым. Мне кажется, сегодня это самая необходимая вещь. Быть здоровыми и веселыми, бодрыми. И тогда у тебя все получится. Теперь берем тоненькую кисточку. Тоненькую кисточку и черную краску гуашь. Ей-то мы будем рисовать все нужное для нашей кошки. Это глаза. Вот так. Раз. Раз. Мазнули. Глаза готовы. Теперь рисуем нос. Раз. Мазнули. Нос готов. И сразу делаем улыбочку. Тоже очень просто. Так, не останавливаемся, ритм у нас хороший. И мы сейчас рисуем усы нашей кошечки. По три уса со всех сторон я нарисовал. Отлично, что еще есть у кошки? У кошки есть полоски. И я нарисую полоски ей, вот такая у меня полосатая кошка. И на хвостике тоже полоски. Я рисую очень быстро. Если ты не успеваешь, ставь на паузу. Так, здесь тоже полосочки можно рисовать, а здесь ушки подвести такие, оп-оп. Я еще знаю, что у кошечек есть усики вот здесь вот. Такие бровки, можно сказать, да? Отлично. Теперь подведем лапу, чтобы ее видно было, большую.
и еще одну лапку. Вот такая у меня кошка получилась. Она, в общем, веселая, яркая, радостная. Нарисуем только клювики и ножки. Клювики, глазки и ножки. Клювики, глазик и ножки. Вау-вау-вау-вау-вау! Кошка очень симпатичная. Голубая синяя кошка из гуаши. Мы сегодня нарисовали на обычном листе бумаги. Марафон продолжается. Сейчас буду рисовать лебедя. Оставайся со мной. Я ставлю на паузу, рисую лебедя. И рисую до тех пор, пока не надоест. Я буду рисовать сегодня животных за жизнь. Мне кажется, повеселее будет ребятам, кто сидит дома и кого не пускают в школу, а он очень хочет. Рисуй, радуйся, делись, пиши, что ты рисуешь с Рыбакита, это поможет развитию канала. Спасибо большое, сейчас возвращаюсь.